Второй соревновательный день универсиады принес нашей стране золото. Казахстанская биатлонистка Алина Райкова первая завоевала медаль высшей пробы. В индивидуальной гонке на 15 километров она преодолела расстояние за 59 минут 8,7 секунды. Вторая стала также наша спортсменка Галина Вишневская. Замкнула тройку украинка Налия Белкина. Другие представительницы казахстанской сборной Дарья Усанова и Елизавета Бельченко пришли четвертой и пятой соответственно. Очень ответственная гонка. Во-первых, эта гонка проходит дома. Нужно было не подвести болельщиков. Это медаль, как бы сказать, такая. Очень далась мне тяжело. Ну, в общем, вы сами все видите, я безумно рада. На повороте упала, причем упала, все забилось, и пришлось очень долго продувать на рубеже, немножко выбила из колеи и как бы потом долго отходила. Отошла только к третьему рубежу.